Седукевич Сергей Евстафьевич, герой Советского Союза. Дата рождения 14 сентября 1918 года. Место рождения – город Кашира, Каширского уезда Тульской губернии, ныне Каширского района Московской области. В 1938 году призван в Красную армию. Участвовал в освободительных походах советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. На фронтах Великой Отечественной войны с января 1942 года. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, Третьем и Четвертом Украинском и Первом Белорусском фронтах. К февралю 1945 года командовал батареей 902-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. Отличился в боях за удержание стратегически важного плацдарма на реке Одер. После войны продолжил службу в армии. С 1958 года в запасе. Проживал в Кашире Московской области. Работал в Каширском райвоенкомате. Директором городского кинотеатра. Умер 15 декабря 2001 года. Похоронен на Аладинском кладбище Каширы. Информация о подвиге. 2 февраля 1945 года при отражении 6 контратак крупных сил танков и пехоты противника обеспечил правильную расстановку и управление огнем противотанковых орудий, в результате чего батареей было уничтожено 11 средних танков и 4 бронетранспортера противника. Лично метким огнем из пушки подбил 5 средних немецких танков. В самый критический момент боя, когда многие командиры стрелковых подразделений вышли из строя, принял на себя командование стрелковой ротой и отражал ожесточенные контратаки пехоты противника. В последующие дни его батарея отражала по 5-10 немецких контратак, продержавшись на плацдарме до подхода основных сил. Награды. Орден Ленина. 2 ордена Отечественной войны 1-й степени. 2 ордена Красной звезды. Медали.